соглашается определение 4 февраля 2016 года Минский городской суд в составе представляющего судьи Ганибисова пресс-секретаря Евдокимовой, рассматривая в открытом судебном заседании заявление представителей СССР Добьевского Виктора Георгиевича Жмаева Михаила Юрьевича об отходе судьи, установил. В судебном заседании по рассмотрению искового заявления Радобьевского собрания депутатов Минского городского округа об оспаривании решения органа местного самоуправления представителем Минского Жмаевым был заявлен отвод судье Ганибисову. Данный отвод был мотивирован наличием представителей со основания сомневаться в объективности и беспристрастности судьи, которые выразились в том, что судья ранее принимал участие в рассмотрении дела по заявлению Башлыкова, Верякова, Бурнаева, Рубанова и Соболева об оспаривании данных решений органа местного самоуправления, вынес решение не в пользу заявителя, что, по мнению представителей ИСТА, свидетельствует о заинтересованности в исходе настоящего дела судьи. Представитель ответчика собрания депутатов Минского городского округа, третьего лица главы Минского городского округа Осипова, представитель третьих лиц администрации Минского городского округа Новикова, главы администрации Минского городского округа Аксенова, всем нестояние против заявленного отвода возражали. Есть, ну и главный, основной нормативный акт любого муниципального образования – это устав. В Минском городском округе у нас действует устав Минского городского округа, я его специально распечатал из консультанта «Плюс». В редакции решений собрания депутатов Минского городского округа от 25 ноября 2009 года, номер 27, от 25 июня 2010 года, номер 10, от 25 марта 2011 года, номер 8, от 29 июля 2011 года, номер 29, от 26 августа 2011 года, номер 1, от 30 сентября 2011 года, номер 2, от 27 января 2012 года, номер 9, от 25 мая 2012 года, номер 3, от 28 сентября 2012 года, номер 1, и от 28 июня 2013 года, номер 6. Решение по иску Бурная, Башлыкова, Бирюкова, Рубанова и Соболева, вы высказались таким образом, что в МИАСе какая-то есть другая еще редакция устава Минского городского округа. Я, откровенно говоря, как юрист, вот такое изложение позиции судом не понял. Главный вопрос возникает, и я не веду речь сегодня о том, что мы требуем восстановления на работе Радобьевского, пока что, пока мы оспарим только ненормативные правовые акты органов местного самоуправления в той мере, в которой они затрагивают муниципальные правоотношения, а не трудовые. Потому что и для трудовых у нас, извините, порядок предусмотрен другой немножко. На основании решения собрания депутатов Минского городского округа глава округа заключает, подписывает контракт, ну и, соответственно, издает распоряжение о приеме на работу и так далее. Устав в Минском городском округе сегодня один, и он в таком виде, как я его держу в руках. Еще раз повторяю, я его из консультанта «Плюс» буквально сегодня вывел. И другой редакции нету. И сегодня возникла совершенно невыносимая ситуация в Минском городском округе, что мы живем не по уставу, хотя и Конституция, и закон федеральный требуют, чтобы в Минском городском округе, как в любом муниципальном образовании, основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения муниципально-правовые, являлся устав. Во всех судебных решениях, принятых по Российской Федерации, есть ссылка на то, что решения представительного органа местного самоуправления приняты в соответствии с уставами этих муниципальных образований. У нас этого нету. Это что касается окончания полномочий Виктора Георгиевича Радобьевского как главы администрации Минского городского округа, то есть о прекращении его функций и полномочий. Почему это и касается не только трудовых отношений, и не столько трудовых отношений, сколько муниципально-правовых отношений. Ну и учитывая, что сегодня нам представлены документы, позволяющие сделать уточнение исковых требований от имени моего доверителя. И я надеюсь, что вы удовлетворите мое ходатайство
о том, что были представлены документы, связанные с назначением, ну, с проведением конкурса и назначением Третьякова на должность. Я не рассматриваю вопрос, что контракт с Третьяковым является тем трудовым контрактом, который сегодня не может быть представлен в суд. Уважаемый суд, я извиняюсь, вы видите по моему голосу, я себя плохо чувствую. Я прошу меня пока освободить, но прошу мое ходатайство в конце судебного заседания рассмотреть о том, чтобы отложить рассмотрение дела в связи с подготовкой уточненного искового заявления, которое будет представлено суду после получения документов от собрания депутатов. Я думаю, сегодня-завтра, если они по вашему распоряжению или по вашему определению представят нам их, то уточненный иск будет от имени Ардабеска готов в пятницу. Я извиняюсь, у меня температура, и я просто прошу меня освободить. Суд приходит к ходатайству об отложении рассмотрения дела для подготовки уточненного иска. Ну, так было заявлено истцом. Значит, о восстановлении на работе. Мнение сторон не изменилось? Нет. В существенном месте определил внутреннее ходатайство отказать, поскольку истец не был лишен возможности представить соответствующее заявление о дополнении исковых требований или изменении в настоящее судебное заседание, но своим правом не воспользовался. Ранее заявлял, что не намерен ставить вопрос о восстановлении на работе. Мясский городской суд ставит председательствующего судьи Ганибисова при секретаре Евдокимова, рассмотрев открытым судебным заседанием гражданское дело по иску Ардабевского Виктора Георгиевича к собранию депутатов Мясского городского округа, оспаривая решение о прекращении трудовых отношений, решил внутреннее искового заявления Ардабевского Виктора Георгиевича к собранию депутатов Мясского городского округа, признание недействительными решения о собрании депутатов Мясского городского округа, расторжение контракта с главой администрации Мясского городского округа Ардабевским номер 1 от 18.10.2014 года, признание недействительным решения о собрании депутатов Мясского городского округа о возложении временного исполнения обязанностей главы администрации Мясского городского округа Третьякова номер 2 от 18.10.2014 года, решение о собрании депутатов Мясского городского округа проведение конкурса на замещение должности муниципальной службы главы администрации Мясского городского округа и включение в состав комиссии по проведению вышеназванного конкурса представителей собрания депутатов Мясского городского округа номер 3 от 18.10.2014 года отказать. Ну вот и все. На этом историю Ардабьевщины и великолепной пятерки в МИАСе можно считать оконченной. Наверняка будут обжалования в области, но это совсем другая история.